Буэнос диас, братва! Ядерный рассветный заряд ваш экран, а это значит, что у нас очередное затяжное путешествие. Как вы помните, в прошлой серии мы охуенно так проапгрейдили машинку. Теперь я собрал именно то, с чем могу дойти до конца. Это первый момент, второй. Мы забрали такие ништяки, которые нам оставил папаша. Ну и третий момент, это то, что... Ну, собственно, и все. По сути, мы сейчас едем к Оракулу. Да, потому что у нас теперь оба диска в руках. А еще машинка умеет делать вот так. Пс. А еще машинка не в рот ебаться, какая быстрая. А это вот так. Кто там развоебывался? Два молоковоза. Вам хана, пацаны. А этот готов. А, так ты с минометом пёс. Пусть, пусть, пусть. Сука. Ништяк. Так, естественно, я забираю миномет. Щелк. Это тоже щелк. Так. Ясен пень. Ко мне идет фагот. Дальше забиваю все металлоломом. При этом запоминаю, где был батл. Так, смотрю, что в Асгарде. Так. Они охотно будут скупать металлолом. Перезаряжаю энергоблоки лазеров. Сейчас починимся, дозаправимся. Соляра теперь у меня 3 тонны влезает. Так, я весь на ништяках. Так, что у нас тут по системам? Так, мощность, броня, управляемость. Объем топливного бака и управляемость. Так, ладно, горючка в первую очередь. Рабочее оборудование. Металлолом. Два миномета. Шершень. Так, у меня смертельно с водяным охлаждением. Хуяк. 200 тысяч завез. Так, повреждение огнестрельного энергетического артиллерии. Скорость перезарядки. Так, а что у меня тут? Повреждение 40. Скорость перезарядки и скорострельность плюс 30. И здесь плюс 30. Ой. Тут монитор моргнул. Не, все хуйня. Единственное, что можно, в принципе, ценой небольшого снижения запаса топлива улучшить управляемость. Это невыгодно, пиздец. Поэтому пусть лучше так. Ну вас нахер. Разгоняется мой агрегат. Ебать, как бодро, я вам скажу. Так. Идем 180. Так, все-таки чекну карту. Угу. Значит, тупо топим. 240, 260, 270 было. Не, ну вы видели? Это просто гипераппарат.
Порой кажется, что еще немного, и я перейду на сверхзвук. Жух. Просто вжух машина. Вжух машина, блядь. Так-с. А, мне туда. Скорость у нее просто огромная. Так, не сильно я повредился. Сильно. Ну хули, 17 тысяч за спешку. Смертельный слон. 101 584. Так, у нее и так-то дамаги килограмм. Контакт. Едет этот аппарат, дай боже, я не перестану им восхищаться, не надейтесь. Учитывая, что на правом борту у меня теперь не просто слон, а, сука, смертельный слон. Сейчас даже щелну, посмотрю, сколько у него сейчас дамаги. 1097 и 1050. Короче говоря, один точный залп этих слонобоек выносит Урал с одного попадания. Вот просто один точный зал. И Урал готов. Looks like a kind of fucking magic. А помните, как я тогда еще на стоковом Белазе грыз этот ебучий Урал минометом, который нашел на дороге буквально? Да, блядь. Не ожидал я, что буду настолько круто наваливать. Только я немножко с курса сбился, ну да хуй с ним. Приятель. А ну-ка отдай мне то, что вез. Вот, сука, просто зверь. Просто блядский зверь. Наверное, поэтому игра подкидывает мне по минимуму бундюганов. Чисто из-за того, что я сейчас буду все насиловать. Но, с другой стороны, бундюки тоже не пальцем деланы, и они, сука, в основной своей массе с энергооружием. Но заметьте, я не видел ни одного бандюгана на Белазе. Чё-то есть крутого. Медленный Максим, который только что продал. Так, у меня и так 30%. В
принципе, учитывая тот момент, что слоны перезаряжаются менее чем за 2 секунды, а КД у них по секунде 80. Да и курсовые лазеры у меня раздают. Ну вот Максима КД секунда, у Одина 1.4. ДПМ просто адский. ДПМ просто адский. Все. Достаточно, на самом деле, одного попадания из Одина, чтобы конкретно так раздать. Другой вопрос в том, то, что опционально из Одина я стрелять тупо не могу. Потому что они у меня с Максимом стоят как курсовые лазеры. Походу я не один. Ну ничего, сейчас слоники поправят ситуацию. Это спид. Так, а у меня что стоит? По-моему, смертельный тоже. Не, смертельный с водяным охлаждением. Так, 2.8, 3 ровно. У него КД быстрее. Это просто слон. Главного калибра у меня все равно нет. Я рок не стал ставить, поэтому сделаю так. И тупо у меня теперь на колесе мыши ускорение. Так, а где я? А, я уже в нужной мне деревне, в принципе. Так, все равно посмотрю модули. Так, повреждение плюс 40, скорострельность и скорость перезарядки плюс 30. Просто влетает одна синяя плюшечка, и он готов. Рев, как от игрушечной машинки, на самом-то деле. Вот почему надо было обязательно это делать кат-сценой? А если хоть сейчас там трашворот не проснулся. С другой стороны, наваливать в рощи по кустам. Главное в этом моменте просто не пиздануться, разогнавшись в воду. Хотя не даст. Так, я не хочу смотреть, как ябальник раскрывается. Так, ну вот, ябальник раскрылся. Суки, прячьтесь, 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 я уже здесь.
Здорово, пацаны. Ой, извини, мужик. Эх, так. Сейчас мне все равно топить вот по этой дороге. Заехать, что ли? Может, что-нибудь пиздатое нарою. Заодно баллончиков с нейтрой подкуплю. Так, Doom 4. Скорострельность и повреждения. Ага, это энергетическое оружие. Так, и теперь надо посмотреть свои статы. 1322, ты... Блядь. Причем в КД я не сильно потерял. Слонов по 3.15, какого хуя? 4 с половой. А, Максим 1.90, а была секунда. Ну, в принципе, сильно дохуище я не потерял. По ДПМу я вообще ни грамма, по-моему, не потерял. Ну, конечно, когда на тебя такая хуйня несется, естественно, ты отъедешь. А несется она ебать как. Тык, все, спать. Ну а слонячий залп начисто отбивает у Урала охоту вообще шевелиться. Тук. Где? Тук. Че там, пацаны, кто-то уебался, по-моему, захотел, не? Желающие умереть закончились. Смертельный слон с увеличенным стволом. Дайте-ка понаблюдаю. Так, дальность поражения 200. 211. 796. Так, лучше с этим сравнивать. Этого пока просто поставлю. С увеличенным стволом. Скорострельность 14. Дальность 200. 211. Замена на поле. А, этот с водяным охлаждением, этого КД меньше. А это вот дальность поражения выше. Ну, незначительно, в принципе. На дальней дистанции можно, в принципе, сжечь уродов лазером. Благо, у меня с одного залпа вылетает сколько? Здесь 115, и здесь 220. Ну, 330, короче, влетает. Просто в трубу. А потом уже на ближней дистанции можно спокойненько ебануть слонами. Причем, если оттанковаться разными бортами, можно еще и зажечь немножко. Не, я там долго не появлюсь. Дайте-ка засейвлюсь. На всякий який. Я уже хотел сказать, в смысле, блять, я чё, не пролезаю? Я ж тут на Белазе ездил, ёптись. Не на таком, конечно, утыканном и утанкованном.
эта волшебная стеночка просто глотает всю мою альфу. Да и хуй бы с ней. Единственное, надо воздержаться от прыжков. Ну, с другой стороны, когда на тебя такая хуйня злоебаная летит под скоростью... Скорость 200 с хуем. Как-то волей-неволей спрячешься. Может быть, именно поэтому я здесь бандикорт не наблюдаю. Так, снова грузимся. Так, ну чё? В дорогу к Оракулу, нахуй. О, там уже трошанина. Пойду ребятам помогать. Книжки. Приехал такой, состилил фраг, спиздил весь лут. И дальше упиздовал. На скорости 180. Ну не пидор ли, а? Сейчас реально, блядь, как этот... Как на Вагабонде сыграл. Чё, нет желающих умереть? Я сейчас реально просто езжу, охуевший бабкин внук. Причем охуевших хуже некуда. Только я, блядь, на завод зачем-то поехал. Страйк, нахуй. А еще меня радует то, что курсовые лазеры не синхронно выходят с КД. Салют, пидармоты! Да сколько же вы тут баррикад-то понаставили, блядь, косорылые. Так не трушечку хуяк. Че, башня ебаная, будешь ты говорить или нет? Ты заебал меня туда-сюда гонять как бы. По ту сторону пустыни могут жить люди, но мне до них нет дела. То эти данные слишком опасны. Так. Путешествие в пустыню, говорите? Ребята, а вам не кажется, что конец игры уже где-то недалеко? Пиздец. Так, книги.
что-то как-то даже каких-нибудь злопихателей нету, я заметил. Даже хуёв в пачку натолкать некому. Скучно. То ли я уже всех бродяг перебил, то ли что. Вообще поговорю, что игра подкидывает тебе вражин, когда ты едешь, сука, быстро. Ну надо ли говорить, что скорость под 200 это нихуя немедленно. Но чё-то я не вижу ни единого пидорку. Ага. И всё, что ли? В игнуте я убил всего одного, сука. Это все противник. Так. Надо все грамотно разложить. Опа. Опа. Дрыц. Тыц, тыц. И дрыц, тыц, и еще раз тыц. Улыбнусь, хотел, не вышло. Че-то как сильно быстрый бой получился. Но с другой стороны, с такой альфой со слонов. И с таким ДПМом лазеров, блять, мне нет конкурентов. Максимум, с кем я могу закуситься, так это миротворец. И то вряд ли. Он долго под таким огнем протянет. Сохраночка. Подгрузочка. Так, а давайте-ка повтыкаем на карту. Есть у меня возможность съебаться в рощу да в этот. Так, ну в любом случае мне надо будет заехать в сет, отремонтироваться, столкнуть лишнее барахло. Помню, когда первый раз проходил, я очень долго искал эту дорогу. Так, наверное, с этим мы, наверное, сделаем остановочку. Ой, больно. Чё-то я сюда хуй пролазю. А, вот так надо было взять левее. Так, у нас остановочка. Так, продают они что-нибудь интересное? Комплекс FireEye, тоже мимо. Хм, 439 тысяч. Что по кабинам? Золото, боливар. Хост, конструктор. Не, хуйня. Хост. Так, ну что ж, снова F2 на всякий пожарный. Сейчас, секунду. Ну да, как раз хронометраж серии как бы намекает нам, что надо бы завязывать. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.